закончив очередную учебную четверть, суворовцы и кадеты проводят просто новогодний бал, который должен зарядить их весельем, радостью, надеждой и счастьем на предстоящий год. Никаких состязаний ни в коем случае нет. У нас танцы в программе обучения. И сегодня каждый из них просто демонстрирует то, чему он научился. И Иисус, и отец, а мужчина, за стены отшагал для войны. А потом повстречался с чужбиной и наплакал потерю страны. И уйдя в чужие тайны, лежал стон. Для меня это событие очень важно, потому что оно приносит большой опыт в жизни. Подготовиться было легко, потому что я все умел. Какую-то часть мы, конечно, прорабатывали в нашем кадетском училище. Какую-то часть только сейчас узнали. Ну хорошо, что хоть где-то в каких-то местах сохраняется эта величайшая традиция. Ведь это признаки грации, это очень красиво. Это, во-первых, дань старой традиции офицерской, балы. Вот, мы их возрождаем. А второе – это возможность лишний раз пообщаться учащимся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь. К тому же мы их заинтересовываем. Лауреаты вот этого бала сегодняшнего в следующем году станут участниками благотворительного международного кадетского бала, который проходит ежегодно в Москве.